Йо-йо-йо-йо, сегодня понедельник, а это значит время фанка. И помимо этого, 29 ноября, всероссийский день буквы Йоу. И мы с Вольт Ампером и Амулангой расскажем, кто же придумал букву Йоу. Как жить без буквы Йоу? Кажется немыслимо, но ровно 238 лет назад ее придумали, я тому признаться рад. Йо-йо-йо, йо-йо-йо, черным парнем наш ответ. Йо-йо-йо, йо-йо-йо, бронзу Гарлему привет. Йо-мое, йо-твое, повторяем букву Йо. Йо-мое, йо-твое, йо-йо-йо. Теперь расскажем, как дело было. Как-то Державин и фон Визе заявились к Екатерине. Нет, не к императрице, Дашковой. Ее, считай, десница. С нею-то тесно дружила и Академией наук руководила. Так вот, зашли наши поэты, не чтобы прочитать вольные куплеты, а словарь Академии Российской, все слова по списку обсудить. Все хотели расходиться, а тут Екатерина всех спросила. Подождите, извольте затрудниться, слово «ёлка» написать. И Державин, чтобы побыстрее убежать, на доске и «олка» начеркал. Правомерно ли один звук двумя буквами изображать? Спросила Дашкова и тут же предложила. Букву «ё» внедряем, и это наша сила. Это наша сила. Йо-йо-йо, йо-йо-йо, повторяем букву «ё». Это наш ответ. Бронксу Гарлему привет. Йо-моё, йо-твоё, йо-моё, йо-твоё, повторяем букву «ё». Йо-йо-йо.